Хагрид, что это? То, из-за чего мы здесь. Видите? Это кровь единорога. Пару недель назад я нашел мертвого единорога, а теперь кто-то тяжело ранил этого. Ладно. Так, ребята, надо найти бедное животное. Рон, Гермиона, вы пойдете со мной. Хорошо. Гарри, ты пойдешь с Малфоем. Хорошо, но я возьму Клыка. Прекрасно. Только знайте, он очень боится. Пусть только мой папа узнает об этом. Это работа прислуги. Если бы я не знал тебя, Драко, я бы подумал, что ты боишься. Заткнись, Поттер. Ты слышал? Пошли, Клык. Я боюсь. Гарри Поттер, вам надо уходить. Многие существа знают тебя. Лес небезопасен в это время. Особенно для вас. А вы не скажете, от кого вы меня спасли? Это был монстр. Убийство единорога – страшное преступление. Если выпить кровь единорога, можно выжить, даже находясь на волосок от смерти. Но плата слишком дорога. Если человек совершит такое злодеяние, то с того момента, как кровь единорога коснется его губ, его ждет ужасная жизнь. Он будет проклят. Кто согласится на такую жизнь? Попробуйте догадаться. Вы хотите сказать, что то существо, которое убило единорога и выпило его кровь, был Волан-де-Морт? Надеюсь, вы знаете, что спрятано в школе, мистер Поттер. Философский камень. Гарри! Приветствую, Фирензе. Уже познакомились с Поттером? Все хорошо, Гарри? Угу. Гарри Поттер, я прощаюсь с вами. Вы в безопасности. Удачи.